к успеху – это как раз инструмент, который позволяет человеку повышать свою самооценку. Например, человек записывает успешные дела в своей жизни, записывает свои достигательства. И возникает, например, период, когда ему становится как-то грустно, у него какая-то депрессия. Он может открыть этот дневник, прочитать его и поднять таким образом себе настроение, потому что он вспоминает, как он красавчик, какой он герой.